Ну, тут вот Володина хозяйство. Я подсолил. Посолил. Это мелочь, которая была, высушаем, она на зиму идет. Здесь вот большая рыба. Пачками лежит, ее готовить будут. А это вот я уже отобрал отдельно икра, молоки и жир. На противнях листиках течь подысту. Я сейчас покажу русскую печь. Вот. И как хорошо. Сейчас он ее натопит и туда днище все это поставит. У нас мало еще только этих противней. Слышишь? Как говоришь? Голову лопает. Вот он пришел, у меня голову таскает, а? Рыжий. Без разрешения, так как же так, а? Да что ж делается-то у нас тут? А, рыжий, это я для всех кошек приготовил. Холодильник, это морозильная камера. Что там у нас? Ну что, доставать надо? Которые мелкие. Христос, когда сотворил чудо с рыбами-то, с хлебами, набрали еще 12 корзин. Как у нас еще тут 12 домов, все холодильники забили. Ты сильно не тяни, а то стенки порушишь. Просто открой, выключи, и она оттается. Володя, стенки можешь попортить. Которая мелочь была, все ее просушить, заранее вытащить всю. Вот она. Видишь, как работа. А ты здесь ешь. Вот так. Я тебе, рыжий, не одобряю за это. Хотел отнести кошкам, а он один пришел тут и хозяйничает. Давай, слазь оттуда. Рыжий. Крошки доедает. Вот она, елка. А буска прижила пузыри там и кишки, я ей отдельно бросила жиру. Все, наелась, ушла. Туловище с ног. Куда ни глянешь, все нужное. Оттащила. Маленькие тесы. Гвозди разнокалиберные, особые, с конце шишечками грабли, 6 рожков. Вчера тут специально лопату взял, рядом пила сломалась. Вот так. Ну что, пошел, да? Ну, давай выходи. Не хочешь? А придет сейчас рыжая, она тебе наведет порядок. А? Все, что там накладывал туда, Сергей, все это вытащить. Пересортировку провести. Так что у нас своего места хватит. Вот тут в комнате дым попал. Трубу не открыли, говорят. Вот она как горит. Теперь я беру за крышку, поставил. Нагреть, чтобы печь. Вот дрова. Старая свая. Не такая, видать, и старая, но уже из воды. Звук дает здоровый. Ну, и спилили. Пошли рыжие. Это рыжая мать их.